Всем привет, друзья! С вами снова Джексон, и сегодня мы с вами отправляемся в очень интересное загадочное путешествие в игре под названием Stella. Судя по скринам, это нечто напоминающее Лимбо или что-то подобное, но в цвете. Ну и, насколько я понимаю, оно сколько-то будет похоже на тот же Little Nightmares, который я когда-то давно проходил у себя на канале, кому интересно, можете посмотреть, тем, что она такая псевдо-3D, типа псевдо... Ну, она не просто платформер, а именно можно будет в глубину переходить. Так, мы женщина, в белом. Ох, испачкается сейчас, пойди. Так, что мы можем? Что мы можем? Туда мы пойти не можем. Так, мы можем прыгать. Хорошо прыгает. И больше мы, по сути, не можем ни хрена. Окей. Так, мы появились из какого-то камня, там что-то нарисовано, что-то, не знаю, свет какой-то. Не знаю, ладно, пойдемте. Я как понимаю, это как платформер, и нам нужно тупо идти вперед. Так, нам сюда, да, наверное? Вот она, собственно, псевдо-твою мать, псевдо-3D-шность. То есть мы сможем использовать предметы вглубь. Ого, какая здоровенная лестница. Полезли, там по-любому что-нибудь интересное. Тыц. Интересно, мы сможем сохранить белизну нашего одеяния? Так, а вот и мы. Что-то как-то тут недружелюбно, прям с первого взгляда вижу. А можно я обратно пойду? Там как-то посимпатичнее было. Нет, я хочу домой. Пожалуйста. Видимо, нельзя. Ну окей, ладно, бежим вперед. Да, насколько знаю, тут будут какие-то загадки, какие-то головоломки. Не знаю, как мы их будем решать, но как-нибудь решим. Все-таки музыка фоновая есть, отлично. Лужи, попрыгаем в лужи, ура! Отлично. Ладно, идем вперед. Тут мы в глубину, кстати, уйти по этому руслу не можем. Это, видимо, русло реки или ручья какого-то. Судя по всему, мы... Либо мы очень маленькие, либо это какая-то охерительно огромная кукуруза. Так, но судя по размеру ворот, мы вроде как нормальные. Ладно, окей, идем дальше. Привет, телега, на тебя залезть можно? На тебя залезть можно, прекрасно вообще. Что-то там светится у нее внизу или что? Что-то красное. Да, что-то красное. Ну, как я подозреваю, нам сюда. Эй, хозяева, привет. Кто есть дома? Дома никого. Совершенно. Окей, ладно. Так. Закрыто. И что делать? Так, наверное, надо вот там вот по палетам вот этим залезть. Туда и прыгнуть наверх. Нифига, она туда не хочет идти. Совсем. Вперед, может, можно? Нет. Так, а что у нас по настройкам? Я забыл посмотреть, как управляться. А и не туда. Идти, взять прыжок. Хе, все. Больше мы ничего не можем. Окей, ладно. Можно брать и прыгать. Окей. Так, нам нужно наверх. Это по-любому. Так, вон наверху вижу дырку. Наверное, как-то надо снаружи попасть. Да, вот сюда по крыше. А, ну, наверное, надо телегу двигать. Окей, сейчас двинем телегу. Телега, двигайся. Ау! Да я гений вообще. Прям на изи разгадал. Так, окей. Теперь залазим. Залазим. Прекрасно. Это, судя по внешнему виду, это, знаете, да, Mirror's Edge начало. Так, интересно. Что у нас здесь есть? Ящик. О, ящик тоже можно тащить с собой зачем-то. Интересно. Так, нам сюда, да? Идем. Прыгай. Твою мать, баба, ты чё падаешь-то? О, бля, ёптать, мыши, а чё мыши? Бля, по-моему, это не к добру. Да что ты, ну, что ты всё ломаешь-то? Прыгай же, дура! Твою мать, нас сожрали мыши. Офигеть, то есть от мышей надо бегать, да? Так, а я могу сейчас... Сделать прыг и...
нет, тут скрипты. Ладно. Схитрить не удалось. Так, окей. Значит, бежим от мышей. Мыши наши враги. Окей, босс. Так, ломайся. Давай. Опа, отлично, мы спаслись. Ага, лохи, сидите там внизу. Тупые мыши. А чё на... Да, не тупые мыши, они бегут. Они догоняют. Это что, симулятор убегания от мышей? Туда могу податься? Нет, не могу податься. Что это? Почему это красное здесь? Его же явно можно что-то с этим было сделать. Твою мать, они меня догнали. А чё такое с этими... А что такое с этими мышами? Они чумные или радиоактивные? Они почему сразу-то убивают с первого куся? Первый кусь. Как это странно звучит. Ну ладно, бежим. Так, вот эту херовину, она красная, не просто так. Ее, наверное, уронить можно. О, и правда. И правда. Отлично. Гениальное решение было. Мы так, наверное, их задерживать будем, да? Но они же все равно, наверное, падлы выберутся, да? Так, я вижу телегу. Телегу надо хватать сразу. Поехали на телеге. Отлично. Отлично. Так, все, что видим красное, можно схватить. О, какая музыка. Какая музыка мощная. Прям надо бежать. Так, о, вижу. Давай, вниз. Бабах. Отлично. Все? Все, судя по тому, что музыка кончилась, они оттуда не выберутся. Интересно. Что мы сделали мышам? Тетка, ты вообще кто? Ты вообще кто? Зачем ты здесь и почему? И что ты сделала мышам, что они тебя так ненавидят? Наверное, они завидуют, что ты вся в белом. А они все такие грязные. Че это? Осмотреться здесь нельзя, да? Походу никак. Да, нельзя. Ладно. Идем смотрим. Че это? Это можно покрутить. Да, это можно покрутить. Ну, в смысле, потрогать. Ага, это какая-то головоломка, да? Да, все понятно. А сверху вон рычажок есть, да? А, ну это, наверное, для вот этой телеги, которая сверху. Там вон рычаг. Ее, наверное, надо сюда поближе подвинуть. Так, значит, мы сначала делаем чпуньку вот так. Теперь нам нужно забраться... А, понятно, нам нужен тот кубик сена, который там на входе лежит, по которому мы забирались, когда спасались от мышек. Оно тут, кстати, так и задумано, да, они специально выделены цветом, чтобы их не пропустить, потому что если бы мы не закрыли дверь, мы бы от мышов не спаслись, это по-любому. Ну ладно. Давай, деточка. Странно, ты как-то предметы таскаешь сбоку. Удобнее же, наверное, толкать сзади, ну или тянуть спереди хотя бы. Там вот что-то на полу лежит, кстати, тоже красного цвета. Надо посмотреть, может, это можно подергать. Нет, это просто совпадение. Совпадение? Не думаю. Как бы сказал один очень известный человек. Давай! Прекрасно. Да, смотрите, я угадал. Это именно для тележки. Теперь мы двигаем эту херовину обратно сюда, передвигаем, отлично, наверх, еще раз наверх, молодец, девочка, хорошо, и тащим эту телегу сюдыть, правда, зачем, не знаю, главное, чтобы на ней мыши не приехали, а в остальном пофигу. Так, ну, как я понимаю, нам на нее надо забраться. И чё? А дальше? А дальше как? Очень интересно. Ай, да стой, куда ты? Дура! Нахер оттуда прыгнула? Больная, что ли, совсем? Твою мать, заново все делать. Так, сюда. А что-то я не понимаю. Окей, мы эту фиговинку подгоняем. А дальше-то что? Нам, как я понимаю, наверное, надо, судя по тому, что вон там на заднем фоне есть лестница, нам надо уехать туда, на этой телеге. Но как это сделать, я что-то пока не понимаю. Хорошо, мы
Это повернули. Это повернули. Телегу мы толкаем сюда, к себе. А, наверное, сейчас нужно убрать и запустить ее снова. И типа она может упадет и что-то проломит. Давайте попробуем. Теперь мы снова убираем вот эту чушми. Ага. Залазим. Чушми. Откуда я это слово взял? Что за бред? Так, давай, запускайся. Тыдыщ. Так, поехала. Еще упадет. Нет. Не поехала. А, так все, я понял. Она обратно едет не сразу, если вы заметили. Тихо, только ноги себе не сломай, хорошо? Они у тебя и так тощие. Да, она не сразу обратно запускается, а с небольшой задержкой, и это дает нам время на нее забраться. Все. Все оказалось намного проще, чем я думал. Ну, я-то думал тут загадки для IQ 150 и все такое. Беги, дура. Вот, отлично, погнали. Опа. Да, я был прав, нам нужно было именно к этой лестнице. Скыдыщ. Надеюсь, сейчас мыши опять не вылезут откуда-нибудь. Так, ну, судя по тому, что она смотрит туда наверх, нам наверх и надо. Погнали. И смотрите, она даже не испачкала свою одежду беленькую. Какая способная девочка. Так, мы снова на земле. Ну, точнее, где-то в открытой местности. Везде есть дыры в стенах и в полу. Блядь, что это? Ёб твою матерь! Что это за говнище? Блядь, я обосрался. Кто? Почему меня не предупредили, блядь, что это хоррор? Ууу, ядрит твою мать. О, дайте мне выдохнуть. Что это за говно какое-то жука нарисовало? Что это, блядь? Фу. Блядь, так нельзя. Ну, ребята, так нельзя. Ну, серьезно, вы издеваетесь, что ли? Окей, мы в лесу. Теперь мы будем знать, что здесь может вылезать всякое говно очень громкое. Что-то, наверное, надо было, блин, наушники потише сделать. Ну ладно, бежим дальше. Мы прибыли в какой-то лес. Вон хотя бы солнце видно, там был совсем мрак. В лесу как-то повеселее стало. И музычка повеселее. Вроде ничего не предвещает беды. Как обычно. Вот сейчас по-любому это бревно сломается, и я упаду. Ёб твою мать, это Рейк. Это был Рейк, вы видели? Вы видели? Он существует. Я всегда знал. Я всегда знал, что эта мразь существует. Не, да вы видели? Это можно все, это можно писать на РЕН-ТВ спокойненько, делать скриншот. Смотрите, мы видели Рейка в лесу. Ох, чувствую, это не к добру. Ой, не к добру. Вон эта мразь ходит сзади. Так, пошло сохранение. Сейчас что-то будет. Как по мне, сейчас будет очень громко. Мне кажется, сейчас будет скримак. Опа. Так, вот здесь надо прыгнуть. Но что-то мне подсказывает, что я, блядь, не допрыгну сейчас. Опа. Я же говорил. Но я не упал. Это радует. Но эта тварь рядом. И мне страшно. Ну, серьезно. Это, конечно, все рисованное говно, как бы, и так далее. Так. Сидим за камешком, не выходим. Дядя, что ты такое? Нас нет. Уходи. А, то есть я правильно, да, заметил, она присела, и я правильно заметил, что надо было спрятаться, да? Да, окей, давайте дождемся, пока оно уйдет. Так, все, можно выходить? Или оно еще типа не ушло и нас съест? Сейчас оно такое херак, резко метнулось назад и нас сожрало. Нет, вон стоит все еще. Ну ладно, стой дальше, мы тебя обхитрили. Ну, наверное. Я не знаю пока еще. Так,
А, вот здесь вот маленький выступ вроде. Надо, наверное... Да, надо, наверное, на него. Тут плохо видно из-за тумана. Да ну не спад... Ёптыть. Какой ты внезапный. Ты прям вообще дохера внезапный просто, дядя. Как я понимаю, тут надо по стелсу просто пройти, да? Он там что-то копает. Поди могилу для нас. Чш, тихо. Не шурши. Оно смотрит. Иди отсюда, дядя. Фу, кыш, уходи. Так, ну судя по всему, уходить он не собирается, но он, наверное, нас не видит. Опять сохранюшка пошла. Так. Оно побежало куда-то к нам на перерез. Так. И оно снова нас ждет. Судя по музычке. Да, тут, короче, надо стелсить. Блять, оно нас увидело. Все, нам пиздец, нам пиздец, нам пиздец, нам пиздец, нам пиздец, все, нам пиздец. Твою мать. Твою мать, ну ладно, хоть не скримак, тоже хорошо. Так, тут я как понимаю, надо просто... надо просто подгадать момент, когда он будет стоять к нам спиной и пройти вот так вот. Вот. Да. Пройти вот так, да. Оно нас не заметило, и мы можем идти спокойно дальше. А откуда оно знает, что мы здесь? Кто ему доложил? И почему оно идет... Там еще один. А что он делает? Постигает дзен, походу. Ну ладно. Его дело. А этот, видимо, адекватный. Ну, в плане, что там... Провиант пытается найти, судя по всему. Раз он за нами охотится. Но мне не нравится, что он за мной ходит. Так, вот снова он. Так, тут локация снова похожа на то, что нужно пройти у него за спиной. Пробежать, походу, не получится. Так, он ушел сюда. Стоит. Прошел сюда. Стоит. Смотрит. А чё, не понял, а как пробежать тогда? А, вот он уходит. Стоит спиной. А, ну вот, и надо было сейчас примерно, да, пробегать? Да, ладно, ждем второй заход. Так, вот он идет туда. Потом поворачивается к нам, смотрит сюда. А, смотрите, он не по скрипту работает. Или по скрипту. Так, вот он опять не смотрит. И сейчас он уходит в ту сторону и стоит там довольно долго. И вот сейчас вот... Нет, он каждый раз по-разному. Что ты смотришь? Уходи. Так, вот, сейчас. Сейчас или никогда. Отлично. Мы сделали это вовремя. Откуда он знает, что я прошел? Откуда он знает, что я прошел? Тварь, у тебя глаза на затылке, что ли? Какая музычка атмосферная, прям, ух. Прям чувствую себя под угрозой. Прям как будто он меня хочет съесть. Вон там еще один. Тоже дзен постигает, наверное. Так. Вот сейчас, наверное. Раз он спиной уходит от нас. Да, вон еще. И еще. Они молятся этой штуке. Которая, хоп, заполнилась. Стой, нет, не ходи. Они видят. А, это типа это, такие маленькие чекпоинты, которые, скажем так, обозначают нам конец этого уровня, видимо, потому что там с жуком тоже так же было. Типа выскочил жук, мы нашли этот тотем, или как его назвать, обелиск. А вон он. А, нет, это еще один. А, ё-моё, слушайте, я только сейчас понял. Это голум. Это голум. А, о. Чё, блядь? Интересно. Так, понятно, если я спускаюсь вот здесь,
падает камень, эта тварь меня палит. Надо прыгнуть, наверное. Или надо просто пробежать, чтобы он не увидел. Да, нужно, нельзя было останавливаться. Вот он не заметил, не закричал. Прибежал этот хер. Оббежал. Посмотреть, здесь или он просто мимо пробегает. Он пошел на камешек посмотреть, который упал. Может, его можно съесть. Все, беги, девка. Тут уже, наверное, должно быть свободно. Я жду скримака в конце. Как это было в тот раз. Ну, по-любому ж будет. Мне кажется, это канон этой игры должен быть сейчас. Что в конце уровня скримак? Или нет? Мы выбежали на солнечную лужайку. На солнечную полянку. Вон эта тварь бежит. Чуть себе башку не сломал. Нет, это не конец. Я думал, это конец. Я думал, Обеликс... Обеликс. Ага, Астерикс и Обеликс. Я думал, Обелиск — это конец уровня. А нифига подобного. Эта мразь все равно нас преследует. Она знает, что мы пытаемся сбежать. Какая интересная мразь. Так. Давай. Так. Что-то... Почему-то я подозреваю, что он тут может выскочить откуда-нибудь сейчас и придется бежать. Вон он. Осматривается. Не рычи. О! А, надо... Твою мать, надо было на ту сторону перелезть. Все, я понял, я понял. Так, мразь, уходи. Я не хочу с тобой дружить. Уходи, уходи, уходи. Фу, на тебя, длиннорукий. Что я тебе сделал вообще? Странная игра тоже, опять никакого ни лора, ничего нету. Никто нам не объясняет, кто она, откуда она появилась, зачем она вообще. Вот сюда надо сейчас хоп и затаиться вот здесь с этой стороны. Спрятаться. Никто не объяснил нам, кто она, зачем она здесь, почему, кто вот эти твари, почему они за ней гоняются, что она сделала мышам, которые пытались ее сожрать. Очень много вопросов оставляют подобные игры, но в большинстве из этих игр обычно рассказывается, что почем там вспомнить этот же Little Nightmares. Хотя в Little Nightmares тоже нихера не рассказывается, че это я, как будто не проходил. Так, харе копаться. Блин, тут вода. Пулькать же сейчас будет, нет? Не мешает? Нет, не мешает, отлично. Ну, в смысле, не палит нас. Не палит, и ладно. Ты такой неаккуратный, слушай. Но копаешь хорошо, тебе в настройке работать. Так, там еще кто-то, я слышал впереди. Я слышал впереди еще одного. Но вроде никого нет. Так... Снова прячемся. Надо следить за ней. Когда она пригибается, значит, кто-то сейчас будет. Да, все, уходи, уходи. Так, он отвернулся. Блин, вот сейчас надо было... Здесь надо прыгнуть на камешек. Он типа нас услышит, если мы пройдем. Хоппа. Ой, блядь. Сучий потрох. Нахера ты, тварь, так резко, где ты? Нахера ты так резко это сделала? Ёб твою мать. У меня опять сердце забилось, капец. Так. Все понятно, это надо делать быстро. Это надо делать быстро. Давай. Делаем это быстро. Прыг. Ёб твою мать. Ладно. Дубль 3. Попробуем пройти тихонько. Тот же, который копался там в грязи, нас не услышал. Может, и этот не услышит. Так, ты пришел, посмотрел, отвернись. Смотреть здесь нечего. А, ну вот, да. Блин, вот этот холмик посередине ручья тут сбивает с толку, что как будто надо перепрыгнуть через воду. Когда уж этот мразотный лес кончится? Так, еще сохранюха пошла. Кто-то еще тут, судя по звуку, постигает дзен. Или это мы дошли до того, которого мы видели где-то издалека? И что вы хотите сказать, что я здесь прыгать должен? Перейти я никуда не могу, походу надо прыгать. Прыг!
Ух ты! Я говорю это девкой, которая потом стала этой главной героиней. В Mirror's Edge, сука! А в смысле? А что здесь делать? Так. Офигеть, я глазастый. Надо было взять камень. Бросить его. Хлобысь. Так. Все, он. Ух, как он спикировал мощно. Прыг. А мы в это время как раз сюда, да. Все, я гениальный. Я Кодзима. Ну а что, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, так ведь? Так ведь. Тем более у меня завтра день рождения, все хвалите меня. Сегодня у меня у сына день рождения, а завтра у меня. Ну, точнее, получается, вчера был у сына, потому что этот видос выйдет 27 марта, а сегодня у меня. Так что поздравляйте меня все. Будет очень приятно. Так, куда мы попали все-таки? Так, как я понимаю, тут... А, нам нужно вот туда наверх прыгнуть. Я что-то заговорился про свой день рождения. Нам нужно вот сюда. И отвлекся, да. Теперь прыг, скок. Охереть. Ку-ку, дядя. Да-да-да-да-да. Не-не-не, мужик, это просто старое дерево. Как бы все дела. Так, что сейчас будет? Фу, какая у него интересная поза. Вообще капец. Так, вот, наверное, мне сейчас как раз надо наверх. Пока он там копается, пытается выяснить, что за херня. А, ну да, пошел посмотреть вниз как раз, отлично. Блин, я уже хочу, чтобы этот лес кончился. Серьезно. Страшновато. Вон еще одна мразь. Я надеюсь, она меня не видит. А он снежинки языком ловит, видите? Видите, видите, да? Он стоит такой, снежинка, падай. Каждый занимается своим делом. Каждый занимается тем, что ему нравится. Вот эта мразь, к примеру, она любит охотиться за нами. Или это уже другая? Может быть и другая, кстати. Их здесь много. Тот, скорее всего, нас потерял. Или может у нас, у него с нами какие-то личные счеты, как и у мышей, как и у того жука огромного на складе. Что это, блядь, вообще за мутант был огромный? Откуда такие жуки берутся? Или это просто она дюймовочка такая маленькая? Сколько всяких лоров может быть у одной маленькой игры, да? Сколько всего можно придумать, да, что она дюймовочка? Капец, музыка. Чем-то мне сейчас напомнила, по-моему, музыку из «Игры престолов», что ли? Да, очень похоже. Ну, судя по всему, музыка такая началась неспроста, наверное... Конец. А вот эти, кстати, снежинки, это не снежинки, это искры, да. Это искры от пожара. Я с самого начала подумал, где пожар. Но что-то не сказал об этом. Капец, такая музычка атмосферная, мне нравится. Очень нравится. Так, мы опять в дерево, там эта тварь сзади бежит, я видел. А, все, это уже видосик. Нет, не видосик. Это не видосик, она сама ползла. Оно бежит. А, оно бежит, но... Оно бежало, но оно потеряло нас в дыму. Охереть, горящий лес. Горящий лес. Вот это имба. Круто. Круто и очень атмосферно. Ну нифига непонятно, кто... О, у него жопа горит. У него жопа горит, вы видели? Да-да-да, беги, там вода наверху была. Удачи тебе, чувак, добежать. Блин, скибли. Твою мать. Это стрелы. Это огненные стрелы. Ебать, реально. Пришибло огненными стрелами. Это, короче, судя по всему, какая-то война. Какая-то война, а огненными стрелами сожгли вот этот лес. Или, может быть, это не война, это какие-то отряды ведьмаков, которые истребляют вот этих тварей и истребляют их огненными стрелами. Блин, очень интересно. Очень интересно, и много всего, очень всякого лора можно себе придумать.
Но давайте сделаем небольшой перерыв. Всем огромное спасибо за просмотр. Игра мне очень понравилась, буду проходить ее дальше. Надеюсь, вам тоже понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И увидимся в следующих сериях прохождения Стелла. Пока-пока.